Я качаю попу. Хищники, всем привет! Сегодня буду также подходить к девушкам и спрошу у них, 25 сантиметров это много? Ты как считаешь? Это среднее. Меня зовут Аня Бэнг. Всем привет! Как считаешь, 25 сантиметров это много? Я считаю, это достаточно. Я считаю, вполне достаточно. У тебя был такой опыт? Нет, честно, нет. Хотел попробовать? Попробовать, да, конечно. Попробовать, попытка не пытка. Как говорится. Мне или шлепок по попе тебе? Шлепок по попе. Давай. 100%. Я качаю попу. Пытаюсь угадать, какого цвета на тебе трусики. Давай. А ты скажешь, это так или нет? Давай. Так, ну на тебе розовые? Нет. А какие? Черные. Покажешь? Нет. Ну так, чуть-чуть хотя бы. Ну это уже слишком. Ну ладно, окей, немножечко. Дора Маски, подписывайтесь. Тебя как зовут? Дора. 25 сантиметров это мало? Нет, это охуенно. Был такое? Да. Был такое? Да. Больше лучше? Конечно. Марина. 25 сантиметров это много? Да. Для чего, смотря? Ну, для нормального полового акта. Много. А самый большой размер, который у тебя был? Ну, что-то такое, я же не с сантиметром не хожу, с линейкой, не ну, знаю. Примерно? Не знаю, но 25 это больше среднего, это много. А среднее это сколько? 15-17. А какой тебе больше нравится, примерно? Средний. Как считаешь, 25 сантиметров это много? Это очень много. Самый большой размер, который у тебя был? 20. Понравилось? Нет, он не полез. А размер, который для тебя приемлем? Который есть сейчас. А как, какой есть сейчас? Ну, блин, я не скажу в сантиметрах. Софья. 25 сантиметров, это много? Это среднее. А сколько надо? 27. У тебя был такой опыт? Был 26. Как ощущения? Супер. Угу. Так. А как считаешь, какой приемлемый размер? Приемлемый? 22-23. А самый маленький, который у тебя был? 21. Минет за или против? А? Минет за или против? За. Насколько оценишь свои навыки? По какой шкале? 10-бальной. На 8. А что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Шлепок по попе. Ари. 25 сантиметров, это нормально? 25? Отлично. Был такой опыт? Был. Понравилось? А самый большой размер, который был? 28. 28 как было? 8. А? Больно. Тебе понравилось? А приемлемый размер? Не зависит. Вообще ни разу. А самый маленький? Нет. 10-12, наверное. А там как, понравилось? Ну, тоже 50-50. Ты кончил? Нет. Так, а... С которым было лучше? С маленьким или 28? Не там, не там. Где золотая середина? Алло. То есть золотая середина и 25? Нет. 20. Дальше. 25 сантиметров, это нормально? Нормально. У тебя был такой размер? Нет. А какой размер для тебя приемлем? Короче, до 20-ки нормально. А самый маленький, который был? Я как-то без линейки. В общем, я пытаюсь угадать, какого цвета на тебе трусы. А ты скажешь, так ли это? Господи Иисусе, я пошла. Давай. Я не знаю, что. Так, розовые? Нет. А какие? Черные. Покажешь?
Нет. 25 сантиметров, это много? Ну, нормально. У тебя был такой опыт? Нет. Хотел попробовать? Не знаю, пока о другом думаю. О чем думаешь? А 27. А сам маленький размер, который был у тебя? Свинейка стояла. Не мерила. Поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Поцелуй. А не акула. 25 сантиметров много? Нормально, да, много. У тебя было? Нет. Не помню. Их было столько. А самый маленький какой был? Я что, считаю сантиметром, что ли? Ну, может, запомнился? Нет, не запомнился. А обычно испытываешь оргазм? Обычно, да. А в тот момент, когда не испытывала с каким-то парнем, у него с размером все нормально было? Все нормально. Угу. Человек просто плох в постели. Понятно. А что выберешь, поцелуй мне или шлепок по папе тебе? Ой, шлепок. Давай. Угадай. Так, давай угадаю. Черные? Нет. Белые, мне кажется. Нет. Блин. Какие? Бежевые. Че, покажешь? Нет. Хищники, провел очередной опрос. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, отпишите свое мнение в комментариях. И до скорой встречи. Debit keep it so my wallet